Добрый день, друзья! Добрый день, зрители канала Алла Азалия! Сегодня 22 июня 2022 года. Вот завязалась курма. Ветрено у нас сегодня. Это уже 7-й сезон данного дерева. Завязи есть, пока еще опадания нет. На молодых побегах. Курма сосновская, здесь меньше, еще видите, не отпали цветочки, тоже завязи есть, но мало, немного завязи, но есть. Вот это она еще, это сосновская, завязи есть, но на брейсе 2. Вот брейси 2 я перед этим вам показывала. Тут больше завязи, больше. Посмотрим, как она будет. Будет осыпание или нет. Вот брейси 2 я вам показываю. Вот еще, ну, очень много здесь. Вот брейси 2. Прям хорошо завязались. Сосновская. У нее лист другой. Вот брейси 2 удлиненный такой, видите, а это вот сосновская. У них разные листики. Здесь более круглый, здесь более длинный. Вот более длинный, здесь более круглый лист. Совсем другой лист. Вот зависть. То есть, но меньше, намного меньше, но есть. Вот тоже еще она не развилась, не развились еще завязи, только отцвела, позже цвела. Есть. Вот здесь вот есть. Не буду я туда в дебри лезть, зависть есть, будем наблюдать, как она не будет развиваться. С южной стороны больше завязи. Даже, видите, больше уже сам плод. Но будем наблюдать. Это сосновская. Курма сосновская. Курма гавирла, завязи нет. Я не укрытая она была, и те деревья были не укрытые, и это была не укрытая. Но завязи нет вообще. Рост хороший, приросты неплохие, но завязи нет. Я вот просмотрела весь. Нет. Ну, значит, ей наш климат не подходит. Напомню, я снимаю видео Васильевский район, Запорожская область, южная часть города от Запорожья. И вот у нас уже который год гавирла не завязывает плоды, а сосновская, а лучше всего брейси 2. Без укрытия, но это уже деревья, это 7-й сезон уже ему, так что тут, конечно, все радует. Брейси 2 очень все радует. Посмотрим, как будет, будет ли осыпание плодов, но это уже следующий этап развития. Всем хорошего мирного неба. Ой, как это сейчас нужно.
и нам, и окружающим. Всем-всем желаю выдержки, терпения и, конечно, мира. Всем пока-пока.